Так звучит камера без подключения к нему рекордера. На свой обычный никоновский суперкульная опция. Просто так микрофон. Он даже, по-моему, и не стерео. Он действительно очень ужасный. И слышны на нем все звуки. Когда вы нажимаете на кнопки, просто переключаете функции, это все сразу же попадает в аппарат. Конечно же, и рекордер, также находящийся сверху без свободного подвеса, когда он балансирует на таких как бы резиночках, как рессоры, только тогда звук может быть максимально классный. Но, тем не менее, для той камеры, которая стоит на штативе, это не имеет большого значения. И просто сверху поставлен рекордер в горячий башмак или даже просто лежащий рядом может давать классный звук. 2017 год. И несмотря на это, моя камера Nikon D5200 была еще представлена в 2012 году, незадолго до конца света. Конечно же, на сегодняшний момент изображение плохенькое. Тогда еще не было моды на видео, и видео в этом фотоаппарате просто как опция. Не было такой моды на YouTube, как сейчас, когда видеовозможности в фотоаппарате являются самой востребованной функцией. А звук в этом фотоаппарате еще хуже. Просто взять переходник на горячий башмак, поставить, к этому переходнику прикрутить внешний рекордер за 100 с чем-то баксов, проводочком соединить, мы получаем просто-таки великолепный звук за маленькие деньги. Если камера нам даже не понравится, этот рекордер мы сможем переставить и на другую камеру и так далее. Даже подключить его к телефону. Просто пружинка от ручки позволяет нам то, чтобы не ломался кабель. Желательно их сделать два. У меня пока только один, и здесь уже видно, как загибается, но не важно. Один конец подключаем в разъем Line Out, а второй в микрофонный разъем вашего фотоаппарата. Работает. Ну вот и все. Видно две шкалы со звуком. Также можно выбрать качество звука. И готово. Тем не менее, звук не только подается более чистый в камеру, чем у него имеется микрофон, но также и пишется еще параллельно, если вам не нравятся те помехи, которые появляются от этого кабеля. Не спешите выбрасывать ваши камеры и думайте, что телефоны современные будут снимать намного лучше. Техника все еще может послужить, если ее немножечко апгрейдить.